я очень люблю читать стихи. А вам нравятся стихи? Да. Давайте послушаем одну да. из них. Да. Скажи, трава, а у тебя есть мама? Тогда первый самый подумаешь о ней, цветя среди полей. Скажи, цветок, а у тебя есть мама? Тогда первый самый подумаешь о ней, цветя среди полей. Скажи, звезда, а у тебя есть мама? Тогда первый самый подумаешь о ней, сверкнув во тьме ночей. У нас в саду есть тоже мама. Она нам дарит радость и заботу. Но хотя порою это нелегко, но каждый день и в любое время года мы с ней уютно и тепло. Кто сможет заменить ребенку мама? Кто сможет от ушибов оградить, когда ребенок смело и упрямо старается вершину покорить? Кто удивит понравившейся книжкой? Откроет, прочитает, объяснит, поможет любознательным мальчишкам, в девчонках чувство стиля оживит? Кто удивит, кто научит слушать, читать, писать, лепить и рисовать? Кто сможет малыша облагородить душу? Кто сможет заменить отца и мать? Капля раз, капля два, очень медленно сперва. А потом, 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 все бегом, бегом, бегом. Мы зонты свои раскрыли, от дождя себя укрыли. Молодцы! Ой, ребята, какой у нас сегодня замечательный зоопарк. А давайте вспомним, какие у нас зверюшки по характеру. Какая у нас белочка? Белочка у нас какая? Хитренькая, шустренькая, да? Покажешь, Лиза, нам белочку, а мы Лизе поможем. Белка песенки поет, и орешки все грызет. Орешки непростые, все скорлупки золотые. Давайте похлопаем Лизе, какая хорошая белочка получилась. А это кто у нас такой интересный? Ёж! А давайте с тобой разыграем, давай с тобой вот такую сказочку. Я у тебя, мы спросим с ребятами, что ж ты ёж такой колючий? А ты нам ответишь, это я на всякий случай. Давай, Ром, получится? Что ж ты ёж такой колючий? Это я на всякий случай. Ой, какой замечательный ёжик, и ему мы тоже похлопаем вместе, да? Молодцы, ребята. Кто сможет нежно, ласково направить и улыбнуться, подбодрить и кое-что помочь исправить и снова, снова объяснить и повторить не раз, не дважды и закрепить еще раз пять и словом далеко не каждый хорошим педагогом может стать. Ну а если бодрости ты полон, если любишь белый свет, если мир ты красками наполнишь, и мечтателен ты, как поэт, если ты не оскудеешь ласками, и не влечет тебя совсем покой, и если ты стремишься к новому, то воспитатель — ценный выбор твой. Воспитатель — не просто профессия. Воспитатель — высшее звание. Быть им — здорово, весело. Это чудо делиться познанием. Это чудо хочу непременно дать сегодня другим поколениям, чтобы годы спустя все ребята вспоминали меня с уважением. Благодарность детей и родителей. Но чего ж мне еще пожелать? Добрым, чутким быть воспитателем, ставить цели и их достигать.